Это лайф, это прямой эфир, и сейчас расскажу самые последние новости. Итак, солнечного клоуна Олега Попова похоронят в Германии, это воля его жены. А вот прощание с цирковым артистом может пройти в России. Сейчас обсуждается место проведения. Это было последнее выступление великого русского клоуна. После представления он ушел с арены цирка и больше никогда туда не вернется. Олег Попов горел своей работой, цирком, и умер он во время гастролей в Ростове-на-Дону, почти что на сцене. Олегу Попову шел 87-й год.